У многих статуй у этой, у той, вон той, вот этой, той. Нету головы. Здесь голова есть. Это нормально. Вот, например, у этой уже нет лица. И у меня есть предположение, почему так. Через 5 секунд вы его узнаете, ну а сами попробуйте угадать. 5, 4, 3, 2, 1. Это устранение культурного кода. Дело в том, что на статуях были не только святые, но и обычные люди, в том числе знать, которая отождествляла себя с этой территорией. Обычно лицо, изображаемое разными нациями, цивилизациями, сильно отличалось. И поэтому очень легко можно было с помощью ликвидации лица придать некую аутентичность чужим архитектурным и культурным ценностям и подписать это своими. Потому что действительно идентифицировать можно только по лицу.